Ну что, ребятки, сразу бросаемся в бой. С вами Александр, легенда Дракономании. И давайте завалим этого дракона-оленя. Он, по-моему, легендарный был или нет? В общем-то, не посмотрел, ну и ладно. Так. Сейчас мы разберемся здесь с парочкой боев. Я расскажу, какого дракончика я начал выводить. Скажу только, что сейчас шанс выведения этого дракона всего лишь 2.18, по-моему. Очень маленький шанс, то есть 1 из 50. Может он получиться, но я пока не спешу, будем потихонечку его выводить. Так, сейчас нам нужно провести вот еще один бой, чтобы выполнить наше задание и получить пазлик. У нас соперники 30 уровня, бьются больно, но у нас тигрик покруче. Атаки огнем вообще какие-то беспонтовые. С одного удара выносит. Так, подождите, я же тигру качнул на 6 уровень и... А, и энергетический удар, но он снимает же щиты. Там я выбирал снятие щитов. А, заражение работает отлично. Ну давайте, давайте посмотрим, что нам попадется. Ну да, 7 из 5 уже нам попалось. Так, что, давайте немножко продвинемся дальше по сюжету. Так, где мы здесь еще не были? Вот. Так, здесь мы уже были. Давайте вот сюда. Ух, 31-32 уровень, ничего себе. По-моему, сейчас рыси будет вообще печально. Хо, все ушло в щит, ни черта себе. Ну, 32-й, смотрите, как рысь. Как тигр атакует. Больно очень. Двойное отравление на индукцию. Ну, это так. Вообще не удар. Блин, еле выжил. Как классно на себя принимает щит-то. Ну, очень легко проходится даже в 32 уровень нам сейчас. Неожиданно, я бы так сказал. Так, двигаемся дальше. Так, никаких у нас сюжетных реплик нам не дают. От минус 65 тысяч. Готово. Коралла победили. Так, ну все, здесь у нас закончились очки. Так, давайте покажу, кого же я вывожу. Так, вот, ребятки, комбинация. Подсолнух и молния. Я пытаюсь вывести с очень низкой вероятностью дракона-фею. В общем-то, хороший дракончик, и у нее есть стихия ветра, которая может, скажем так, делать противников вообще слабыми. Так, это у нас метеор, который меня сбил с толку. Продадим его. И дымка тоже продадим, хотя он прикольно дышит дымком. Это все побочные продукты у нас. Так, давайте теперь заглянем в лигу. Вот такой вот у нас есть противник. Так, а ягодку я до сих пор не могу заколдовать, да? К сожалению, до сих пор она у нас не заколдована. Ну ладно. Пойдем с демоном повоюем. Отлично.
27-й. Давайте так просто повоюем. У нас все-таки... А, он... Нет, он не солнечный. Слег с одного удара. 25-й. Давайте вот так. Так, нужно качать мрак, прокачать. Охота мне. Сейчас выполним этот бой и качнем. Качнем, качнем мрак. Так. Давай вот так. Не будем тратить понапрасну усиление. Так, это... Самоуничтожились. Ну и кто здесь последний? 27-й. Ну, думаю, тигр справится. Мрак. Тень против тигра не особо. Не свет все-таки. Демон повержен. Так, в общем-то, с этим мы разобрались. Тогда давайте посмотрим на колдование. На колдование. Так, ягодка. 10 из 12. 11. Одного не хватает, ребята, до сих пор. Не хватает нам одного для колдовства легендарного дракончика. Так. Хорошо, с этим разобрались. Давайте тогда поставим... У меня уже вроде денежки есть. Вот это. 2,5 миллиона. Через 5 часов будет готово. Так. Вот же мой остров. Пока что здесь ничего не начинал убирать. Но пока что у меня еще место есть. Ух, и цены тут. А, это убирается прям все или нет? Угу. Ну ладно, давайте хоть потихоньку там начнем что-то убирать. Караул, какие цены. Но у нас еще, как видите, еще много здесь всего есть. Много мест. Третий уровень, даже ничего себе. Так, 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 так. Теперь что у нас там по клановым заданиям? Оу, можно посмотреть ролик. Какой-то чиби-бумер, какая-то отстойная игрушка с виду была. Неинтересно. Так. Так, ну такого у нас еще дракончика не было. Что у нас здесь есть? Что мы вообще сейчас будем собирать? Так, нет действующих рецептов. Угу. Что по заданиям я могу сделать? Так, гнева нет, руны нет. Скрестите драконы. Побеждайте в дополнительных битвах на карте компании. Да, это я могу сделать. И побеждайте в битве на арене. Это я точно могу сделать. Давайте это начнем. Шоколадку я получу. Давайте вот это попросим. В принципе, вроде как так. Это мое текущее задание, да, побеждать в битвах на арене. Ну, я на арене просто мало бываю, потому что соперники у нас будут вообще совсем сейчас легкие, как обычно. Один удар и все. Ну, вот так вот проходят битвы на арене. Не хватает просто мне времени здесь сражаться. Ну, зато мы легко можем выполнять вот такие вот задания. И еще два флешбоя. Попадется ли нам кто-то, кто выдержит первый удар? Не в этот раз. Сто тысяч нам дали, это тоже полезно. И давай, 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 давай. Кто у нас здесь? Вот, очень слабый противник. Не-не-не. Вот так вот.
А то молния же обычно бьет по двоим. Ну, мы выполнили по факту половину нашего задания, которое у нас было. Так, что у нас здесь? Допустим, по 22 уровень, 21, 21, 21. Ну, что-то я пока что не хочу. Не хочу там особо качать. Вот здесь у нас есть подземелье, где я гуляю. О, и вот, смотрите. Ну, на 22 уровень, кого попало качать, мне пока не охота. 10 брюликов. Так, 17 и нужен 17. Ну, вот это давайте откормим. Погнали. Втроем бродить веселей. Ну, вот этот, смотри, синий дракончик водяной вообще ведет себя как какой-то тюлень. Как тюлень, там какой-то плезиозавр. Так. А сколько стоит у нас подкормить немножко тигра еще? Раз, два, три, четыре. Юху-ху, 33 уровень, ребятки. По 128 тысяч за раз. Короче, да, нужно 1600-700, чтобы его качнуть на следующий уровень. Так, ну, вроде все, что надо, сделали, ребятки. Пробуем выводить дракончика фею. Ну и пишите, кого еще стоит выводить уже из легендарных, которыми будем продвигаться дальше по карте странствий. Ну, на этом все, пока. В следующей серии, кстати, нужно зайти в подводную лодку.